Всем привет, друзья, с вами Ларель, и мы продолжаем прохождение Старкрафта первого, правильно, и у нас компания Зазергов. Так, что у нас здесь происходит? Мы сейчас с вами можем наблюдать какой-то видеоролик. Идет состыковочка. Высверлили замок. Опа, бригада подтянулась. Ой-ой-ой, значочек, что-то мне не нравится. Видать, тут подрывать собрались. Значочек радиация. Ох, какой костюм. Боже, спасибо за охлажденное топливо. Пивас? Я думал, они сейчас тут что-то подорвут. Ну, дают. Зачем нам взрывать свой корабль? Только если попадутся зерги. Зерги, вы у меня в руках. Оу! Что за ерунда случилась? Сказал один из ребятишек. Ну и чего вот они ждут? Собственно, вопрос, да, вот чего они ждут? Того, чтобы сейчас на них кинулась целая толпа зергов, которая разорвала их на куски. Собственно, да. Ох. Но самое время подрывать. Оу! Да ну да. Бомбануло. Dark Templar. Главный кластер Улья, планета Чар. Ты чувствуешь это, наместник? Ротосы здесь, на Чаре. Они были здесь. Хозяин Протосов, было глупо приходить сюда, ведь я Керриган, королева зергов. Немного известно тебе, о королева зергов, ведь мы уже встречались. Это Садар, хранитель. Я помню твои потуги ради общего блага, защиты человечества от зергов. Печально наблюдать, что та, кто была такой благородной и полной жизни, стала преследовать великого разума. Ты видишь, что мои возможности не чета твоим.
Я чувствую, что твоя прославленная власть уменьшилась с тех пор, как мы виделись раньше. Может и так, королева. Но, по-моему, мне не стоит демонстрировать свои возможности в пустой беседе. Глупый хранитель, подготовься. Скоро я приду за тобой. Вот это поворот, друзья, встретились. Мы сразу с двумя представителями, да, собственно, и от зергов, и от протосов. Я в свое время немного играл за, как оказалось, Тассадара, теперь я его называл Тассадар, вот, но вот, все оказалось немножечко по-другому. Итак, что ж, с радостью приступим к битве. Понеслась. Так, сразу F10. Возможно, не стоит нападать на него. Предупреждаю нас. Ты сомневаешься в моих мотивах и правах на свой страх и риск. Ты смеешь угрожать наместнику? Ты обрекаешь всех нас. Так, соберитесь. Ух ты, мать честная, это что за фигня летающая? Нифига себе, забавный какой паренек. Так, давай на добычу. Все добываем. Неизвестно, конечно, откуда на нас будут щемиться еще. Так, надо сразу все это дело на разведку. Не, этим сильно долго разведывать. Давай, летный ястреб мой. Лети, разведай, что тут как. Надо сразу разузнать, откуда на нас будут щемиться. Здесь тем временем еще работники. Куда вас запихнуть? Держи, где-то там добывай. Так, что-то вижу. Скорее всего, обычные креста. Ага, не-не-не. Ухожу в тень, как говорится. Бррр, летим. Ходу. Так, снизу ясно. Снизу есть небольшой патруль всего этого дела. Так, тем временем здесь построился один. Давай, лети сюда. Здесь скалы, ага. На нас могут щемиться отсюда. Понятно. А значит... Делаем так. Сюда. Сюда. Хлоп. Колония. Раз. Здесь заказываем еще личинок. Вторая колония сюда. Давай здесь. Стала родная. Так. Ястреб мой сизокрылый. Лети дальше. Разведай, чё да как тут. С этой стороны могут ли на меня? Нет, с этой стороны, похоже, мне не стоит ожидать. С этой стороны на меня могут прийти максимум кто? Так это мили войска. Ой, мили, господи. Какие-нибудь воздушные войска. Мили там не будет. Здесь улучшить. Тем временем... Давай, не чирикай. Не хватает. Строить. Точнее, строить, мутировать. Я думаю, сразу на меня не будет никаких наездов именно по воздушному пространству. Максимум, что будет, это исключительно земля. Вот только надо определиться, откуда именно. Потому что пока непонятно. Так, здесь заказываю. Сели на добычу. Раз, два. Личинок нет. Жаль, нет пока. О! Вижу хорошее место для еще одной базы. Это хорошо. Так, а вот и первое нападение идет. На... Ох, как ему сейчас. Так, ясно, значит, начинаем давать укрепление
принципе, там понятно. Я думаю, следующее будет отсюда нападение. Так, пошло строительство. Тем временем здесь еще. И рождение. Давай, 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 давай. Хлоп, есть. Давай сюда. Так. Понеслась. Раз. А личинку видел. Пошло строительство. Стоять. Хотя... Нет, все-таки да, иди сюда. А, нет, это не то стоять. Нам инкубатор на газ, пожалуйста. Здесь тем временем... Тем временем. Построй воздушную. Так, раз. Здесь пускай будет где-то... Вот так вот. Два. И тут же... Хотя нет, там же третью не буду ставить. Поставлю здесь. Сейчас начнется строительство и... Хоба, пошло строительство. Это радует. Еще одно строительство. Эволюционная камера. Ё-моё. А что нам нужно на эволюционную камеру? 75 копеек. Но я думаю, мы сможем найти где-то в нашем бюджете 75 копеек. Правильно? Правильно. Поэтому сюда... Эволюционку здесь вверху. Куча всего построилась. Так. И мне надо укрепить эту сторону обязательно. Пошло укрепление. Дальше с этой стороны две меня ждут. Кстати, нет. Из одного. Не-не-не, сильно дорого. Поехал на разведку дальше. Что нас здесь ждет? Лети. Разузнай, так сказать. Так, еще личинка. Давай, давай, там совсем чуть-чуть надо ж. Давай, давай, давай. Есть, запустил. Обновление. Так, по-моему, кто-то родился у меня. Правильно? Правильно. Не ошибся. Да всего там хватает, рассказывает. Опа. Что здесь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Получил плюшечку. Так, но я думаю, они здесь не развиваются. Это просто такой... Небольшой лагерь. Угу. Понятно. Ухожу. Дальше. Давай на добычу. Ты. На добычу минералов. Это какая? Так. Ага. Это в наземку мутируй. Летим вниз. Так, обходим. Точнее, не... Ох, там их сколько. Ой-ой-ой-ой-ой, как вас тут много. Похоже, здесь что-то они охраняют, друзья мои. Не просто ж так. Такая команда молодости нашей, да? А может и просто... Хреново, сейчас узнаем. Так, пока месть. Тормознемся. Здесь давай еще эволюция. Тем временем. На добычу. Здесь мутировать в колонию для воздуха. И здесь тоже в колонию для воздуха.
Ну, а это, соответственно, под землю пойдет. Сейчас только я хочу все-таки разведать, есть ли здесь что-то. Или они просто так здесь... Тус... Ага. Все-таки что-то здесь есть. Фабрика роботов, ухожу. Да. Угу. Давайте летим, короче, сюда. Летим туда. Здесь строю еще одну подземную. Так, парни. Надо добывать как-то. Воу. Кто? Ага, просто на джуку напоролся. Бывает. Жучочек он такой. Дерзкий. Давай на газ. А, стоять, мне надо повелитель. То без повелителя мы толком вообще ничего не сделаем. Так, ну и что? Никого нет, да? Интересный расклад. Блин, да как их может не хватать у нас? Вау. Аккуратненько. Что здесь? А здесь были войска, да, по-моему? О-о-о. Уже не только войска. Ривер. Ухожу, я понял, все. Улетаю. Давай, до свидания. Крутим педали, пока нам тут не дали. Так, и что же? Так, там построился повелитель, наверное. Да? Ага, аж два повелителя. Давай на добычу иди. Так, тем временем здесь... Наверное, в каком-то из углов главная база будет. Или нет? Неужто пусто? Вот это да. Хорошо, тогда полетим в бок. Поглядим, что сбоку здесь. Такая еще сразу и музычка пошла. Опасная. Как будто бы вот-вот я сейчас нарвусь на приключения. И... Подать мне сюда приключения. Ладно, пока тормознем. Так, паренек, сюда. Не-не-не, не сюда, давай. Вот так вот. Еще один. Еще одного поставлю где-то здесь, на тот случай, вдруг какой стелсовик собирается прошмыгнуть. А, нет. Отбой, никаких мне штормов не нужно тут насылать. Так, кинул на добычу. Эти сюда. Здесь строим, начинаем мутировать. Потому что пора уже. Пора мутировать и потихонечку надо начинать уже там и на гидралисков двигаться. И на всех остальных. Опа. Ой. Что тут случилось? Так, я понял. Похоже, нашли мы базу врага. Сейчас мы ее попробуем
Или по периметру разведать. Облетим, чтобы знать, где здесь. Какие входы-выходы. Так, сейчас только тормознем пока. Можно, кстати, засейвить. На всякий случай. Давай. Ты пока сюда. Укрепи позиции с этой стороны. То как-то у меня там что-то слабовато. Так, а это что? Гидролисков. Ага, полный позвоночник, я понял. Так, там 5000. Иди сюда. Логовище. Логовище строится. В логово гидролиска есть. А это что? Так, а этим пареньком куда мы? Сюда, наверное, тоже поставим логово где-то здесь. Здесь мутировать в колонию. Здесь еще ребят. Так, летим на разведку. Так, похоже, это... Оу, там он истребитель за мной охотится. Пару плюх получили. Да, похоже, в этом углу есть основная база противника. Ну что ж, ясно, понятно. И никак, да, сюда мы не... Воу, не-не-не, туда мы никак. Ах, мне там вообще очень сильно прописали. Давай, в общем, на базу, парень. Не будем рисковать. Здесь начинаем, мутируем шпиль. И дальше следом мутируем в гнездо королевы. Чтоб сразу у нас уже все было отстроено. И мы особо... Так. Что там у нас? Угу. Понятно, ребята подошли. Так. О, я понял. Значит, будут атаковать с этой стороны. Соответственно, хотят атаковать оттуда. Устроим им и прием соответственный. Так, еще не помешает мне поставить колонию здесь. Но предварительно нужно оценить, как на нее будут нападать. А на нее будут нападать только по воздуху. Я понял. Так, повелители. Транспорт. Давай еще пацанов. Тем временем здесь. Это у меня есть. Да, это ж не рестилище. Это ж вот оно, да? Да, совершенно верно. Это оно. Поэтому здесь на добычу просто отправляем ребят. Пускай добывают минералы. Так, еще добавилась пара. Поехали. Ставлю раз. Здесь ставлю. Ставлю. Ставлю два. Да. Еще. А это что? Мутировать в улей. Ну хорошо, замутируем сейчас. Не вопрос. Так, здесь мне ничего не нужно, поэтому деть на добычу. Хотя, нет, не на добычу, иди сюда. И мутируй здесь вот в такую штуку. Подземка пошла.
И сразу еще одну подземочку. Давай, 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 еще пацанов. Замечательно. Теперь я буду более-менее спокоен. Что мне нужно для... Ах, личинок нет. Ну ладно, ждем появления. Как-то они все равно очень долго так тягают. Добывай отсюда тогда. Не надо ездить аж черт знает куда. Ну ладно. Не-не-не. Королева. Муталиск. Ну что? Начать мутацию, наверное, уже пора. Здесь муталиск. Сюда. А что это у него? Стража. А в чем его плюс? Кислота 20, а здесь? Ладно, давай, улей. И заодно начну строительство муталисков. Потому что надо поднимать уже армию. Здесь земля. Земля. Две земли пошло. Минералов, в принципе, еще достаточно. Газа 4500. Атака ближнего боя, дальний бой. Наземный панцирь. Наземный панцирь мне не нужен. Брудлинг. Порождение брудлинга. Давай, мутируй в королеву, пожалуйста. Хотя мне одного хватит. Здесь это что? Посмотрим, что это такое. Я понятия не имею. А это что? Великого шпиля. Понеслась. Пускай будет чисто атака пока. Так, тем временем. Тем временем. Тем временем ничего не остается, кроме как его отправить добывать минерал. Так, пацаны у меня в теме. Здесь происходит мутация в улей. Какой-то неизвестный нам. Так. Можно, наверное, заказать двух повелителей, потому что нужно. Паразит. Брудлинг. Ну, блин, я хоть какую-то инфу-то. Жесть. Ни инфы, ничего нет. Ну ладно. Ох. Вот это да. Вот это стрёмная штука. Закапывание для наземных войск. Ну, я и не знаю, надо ли это мне. У меня, в принципе, тут... Я вижу. Спасибо, Кэп. Давай, перевозка, да? Да, брюшные полости. Давай одного сюда. А второго... Второго сюда. Пускай там стоят, пасутся. Тем временем мне пачечку муталисков, хлоп. Так. Энергии королевы. Ну, это мне не надо.
А ну-ка, иди сюда, построй мне еще один шпиль. Не-не-не, еще один шпиль не надо мне. Едь, добывай. Потому что у меня газа мало. О, теперь они как раз отлично там его и не хватало. Так, ребята. Сюда. Так, тут усовершенствование идет. Что мне нужно? Наверное, пара этих ребят. Я их посажу в детектор и полечу туда. Еще личинки есть? Нет, личинок, увы, нет. Появилась личинка. Долго. У меня два таких стража. Отряд этих. И... Ага, они куда-то сюда, да, вылазят. Давай пока, да, добывай кристаллы. Здесь мутация, мутация, мутация. Тоже добыча на кристаллы пошла. Королевишна, ты, соответственно, тоже куда-нибудь сюда пристройся. И добывай. Развитие идет, здесь идет. Мне надо... Сколько? 4, наверное, сразу. Тут такие хорошие, я вижу, плотные кристаллы. Это радует. Сюда. Опа, опа-па. Чё за фиговина? Ни хрена себе. Ой-ой-ой-ой-ой. А вот это был поворот интересный такой. Очень даже интересный сюда. Мне нужно по периметру. Раз. Ты сюда тоже. По периметру все, по периметру. Вот это поворот был, конечно, нежданчик так. Завезли. А если с этой стороны завезут? Вообще ж будет нехорошо. Так. Паренек, ты сюда. Ты в него. Ты тоже внутрь. Давай, давай, грузимся. Отправляемся сюда. Стоять. Ты тоже сюда внутрь. Ну, давай. Все, попер. Лети сюда. Здесь земля. Земля. Тоже земля. Потом таким же образом сделаем и... Давай так. Точка сбора сюда. Поставлю тут еще для воздуха немного. Так. Тем временем улучшение прошло. Мутировать в великий шпиль. Опа, 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 пошла, пошла жара. Ох, там таких. Отлично. Еще есть желающие? Есть. О, они уже даже прокачанные. Блин, 3 хитпоинта. А я могу как-то починить там, не? Или хоть что-то сделать?
Тогда ничего я сделать не могу. Добывать. Ремонтируй. Нет, похоже, нельзя ремонтировать. Жаль. В противном случае... Летим сюда. Первый пошел. Второй здесь на воздушную. Так, давай, высади. Попер туда. Все нормально. Похоже, что все более чем нормально. Понеслось строительство. Сюда. Здесь. Давай, хлопаю. И пока что жду. Потом придется это все дело обставить. Отлично. Воздух. Тоже воздух. Да. Дам-дам-дам-дам-дам. Тут великий шпиль в процессе. Не-не-не. Вот этих парней. Так, а что у меня тут по кристаллам? 200, 300, 200, полторы, полторы, а дальше? И дальше тоже полторы. Замечательно. Опа! Так. Поехали, улучшаем. Раз. Давай в паренька этого мутируй. Так, ну что, я даже не знаю, мутировать или нет, сколько... Ох, нифига себе, сколько стоит. Давай так. И все, да? А нет, вот еще есть команда молодости нашей. Делаю в 10, сейв 6-3. Ну что, полетим попробуем взять вот эту высоту. Я, правда, понятия не имею, как вот эти вот штуки работают. Может. Может быть, их надо 150, 120. Давай, ты лети тоже, не стесняйся, страж. Конечно, если он умрет, будет печально. А ну-ка. Да бейте его. Замечательно. Надо уходить. О, успех. Так, но вот эти парни все равно мне не до конца понятны. Ух ты, а может и понятны. Медленные. И такие стреляют они, конечно, побыстрее, гораздо быстрее. Отлично, здесь уже полным ходом. Начинаем строительство. Давай, раз. Здесь. Два. Тем временем. Вот эту фиговину развалить. Блин, какая она мощная. Успех. Сейчас только я вот этого парня верну на базу. Здесь. Хлоп. Заказ троих. А у меня нет, да, похоже, здесь. Ну ничего, сейчас тогда построим. И возьмем себе
Сюда можно забраться как-то? Как-то нет. Похоже, здесь тоже только воздух. Ясно. Два сюда. Раз. Давай, давай. Два. Поехал. Высадка здесь. Без этого парня. Ctrl-1. Опять же строю этих муталисков или гидралисков. Мутация идет. Это хорошо. Что здесь? А вот здесь тоже уже успех. Давай, раз. Здесь еще заказываем. Продвинемся сюда. Построим. Здесь улучшение до наземных единиц. Так, один, хлоп, взял. Сюда. Наверное, отправлюсь куда-нибудь через центр. Давай, 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 еще муталисков. Здесь готовы, ребята. Так. То, что они готовы, это безумно хорошо и интересно. Начинаем. Раз. Здесь. Как-то так. Два. А этот паренек. Так, вот этот в воздух. Ох ты, блин, подстава. Ладно, ладно, ладно. Теперь хватает? Теперь да. Замечательно. Это тоже у меня пойдет в колонию. Да? Да. Здесь полетел. Летит и скоро будет на месте уже. Это радует. Ох, какие вы медленные стражи. Так, подлечу тогда куда-то сюда сразу. Ой-ой-ой, не-не-не-не-не. Отлет. Стражам поближе. Ну, теперь можно, в принципе, всей бандой. Нифига себе, они как далеко бьют. Они очень далеко бьют, а? Давай, давай, давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Все в этого. Ах, отойти. Что там? Не-не-не-не-не, вот этого тогда. Селя на этих. Отлично, минус пачка. Ну давай, давай, давай. Блин, мне надо добавить еще мощи. Так, вот этот корабль. Уходи, если уйдешь. Не, походу он уже никуда не уйдет. Жаль. Что ж, жаль, 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 но ничего не поделать. Подлетаем. О, вижу еще врага. И ни одного. Ну, давай, давай, умри ты уже. Хорошо. Тем временем здесь... Увеличиваю броню. Точнее, не увеличиваю. Улучшаю. Что ж он живучий-то такой? Жесть. Я тут уже половину... Половину зданий покалечил.
Так, тем временем пошло улучшение. Ага. Вот это да. Вот это да, вот это да. А кто нашу семью атакует? Подползли жучки, понятно. Надо отправляться наверх. Оставим пока. Надо отстоять базу. Скорее, скорее, ребята, где там вы? Блин, развалили всех, говнюки, а? Получи. Да, не укрепил я базу. Здесь рабов. Что за фигня? Откуда? Ну ты вообще попух. Жаль, конечно, что потерял. Давай, давай, давай. Хорошо. И вот эту фиговину снять надо. Ах ты, зараза. Ладно, ничего, ничего. Сейчас мы настреляем. Хорошо. Поехали. Раз. Здесь пока так. У меня здесь есть какие-то... Ага, вообще ничего нет. Блин, ну это плохо. Летим пока туда. Здесь я тоже уже решил, да. Угу. Ну рискнем здоровьем. Так. Пускай будет, а лишним не будет. Поехала здесь. Сразу улучшаю. Ах. А что здесь вообще по минералам? Ну что добывается? Конечно, что именно неизвестно. Стоять. На добычу тоже бросаем. Хорошо. Еще плюс один. Сюда же. Давай, наземка. Наземка. Блин. Печаль. 75. И... Хорошо. Там уже есть две личинки. Здесь тем временем тоже что-то строится. Непонятно, что и зачем. Так, ну, братаны, тягайте поскорей. Что ж вы такие медленные? Похоже, здесь построилось, да? Нет, я ошибся. Ничего не построилось. 42. И давайте восьмерочку принесите. Ну, хоть кто-то. Скорей, скорее есть. Пошла жара. Так. Тем временем здесь. Еще рабов. А воздушка? Нет, это подземная.
И мне, наверное, нужно так их расставить, чтоб они не могли вообще на меня, по идее, нападать. Там... Здесь тоже. Что не хватает? Все должно хватать, ё-моё. Не хватает им. Кину сейчас здесь, и в принципе у меня должно практически до конца поглотить всю эту локацию. Пошла жара. Здесь еще строительство идет. Тем временем здесь ничего пока что не строю. Улучшаю до подземки. Так, здесь пойдем дальше. Кину еще парочку таких. Построилась? Замечательно, расползайся. Я думаю, это сверху захватит абсолютно все до конца. Здесь же можно ездить? Да, блин, ездить-то можно, а вот моя эта ерунда не захватывает, это жаль. Все? Ну что ж, тогда строю так. А здесь? Ну, там вряд ли на меня будут нападать, поэтому поставлю здесь. Троих мне, пожалуйста, выписать. Оу. Так, уровень 3. Нет, уровень 3 я не буду. Мне нужна эта штука. Причем надо ее запустить как можно быстрее в работу. Что уже? Быстро. Очень быстро я. И пикнуть не успел, так сказать. Так, я думаю, дальше эти пацаны сядут на добычу. Потому что уже пора. Пора добывать. 4000 газа. Угу. Что у нас здесь? Здесь 1300. Не так уж и много, друзья, осталось. Что, ждем пока. Сейчас нафармят мои парни. Потому что надо запустить в улучшение. В улучшение пошло. Дальше буду поднимать трутней, которые будут фармить мне золотишко. Которого у нас, к сожалению, что-то нехватка полная идет. Здесь. Здесь тоже надо уже укреплять позиции. Да, минералы, дело в том, что действительно кончаются. Тут осталось их. Кот наплакал, так сказать. Но зато здесь еще и хвалом. Добывать. Да и здесь, в принципе, густо, так очень-очень густо. Так, кино. Вот эту штуковину. Давай, двоих. Что значит не хватает? Все ж хватает. 70, давай еще одного. Так, дальше здесь надо все это дело прокачать. 50 пошла. Здесь что? А, не хватает минералов, вон на что. Я понял. Чисто на постройку не хватает. Ладно, сейчас сделаем. Вот теперь хватает. Так, ты, паренек, станешь. Так, давайте добывать. Один сюда, другой сюда. Начинай строительство. Еще два парня поставят. Один здесь. Один
Один пускай. Пускай где-то здесь. Что у нас? Туточки. Двоих. Двоих на заказ пустили. Подземную улучшаю. Сразу же. Да и здесь не помешало бы. Тоже пошло улучшение. Паренек, ну чё ты встал-то? Вообще нехорошо. Добывай хоть что-то. Есть. Давай, раз подземочка. И два подземка. Две. Так. Здесь родился один боец. Строим второго. Тем временем 75 и вот здесь, нет, вот так вот где-то, я думаю, будет, ах, ну да, да, завтыкал мальца. Все там наземные, с земли меня никто здесь не тронет, а вот с воздуха неизвестно. Поставлю одну воздушку здесь. Так, тем временем пора бы уже начать это. Давай, ты сюда. Ты сюда. Еще пару здесь. И троечку здесь. Хова. Тут тоже еще есть из чего подобывать. А этих будем перекидывать, я думаю, наверное, куда-то сюда. Потому что другого варианта нет. Поэтому это последняя пачка рабов. А дальше пойдет улучшение уже моих воздушных парней. Нам не хватает генералов. Так. Там поехали. Добыча раз. Добыча два. Или три вот сюда. Не, давай сюда все же. Раз. Два. Вы, парни. На добычку. Вот этого прокачаю. Там, да, воздушные. Так, тут успехи пока никакие. Давай еще двоих таких. О, эти звуки хороши. Еще одного. А дальше немножко надо будет покопить. Так, что это? Что за истребители, мать их так? И эти парни. Так, это мне не нравится. Они будут сюда по-любому заезжать рано или поздно. Так, стоять, стоять, стоять. Да, не рано или поздно, а прямо сейчас они сюда заехали. Блин, хреново. На полный пролет раскочегарить. Нифига себе, там армия подсобралась. Улучшаю. Ну, здравствуй. Так, ну а это на меня. Ла-ла-ла-ла-ла. Стоять. Сюда мне надо воздушка. Так, ну что ж, пошла атака на меня, друзья.
Будем дефить сейчас. Пролет, 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 пролет мимо всех. Так, вы чё там? Рамсы спутали, самолетики гребаные. Отход. С жуками, я думаю, там разберутся. Сюда. Самолеты, самолеты. Блин, где все, ё-моё. О. О, дерзкие какие. Ну, плотные, плотные, признаю. Но мы тоже не пальцем деланы. Хорошо. Вовремя я сюда раба подтянул. Так, здесь понеслась. Даю третий уровень улучшения атаки. Здесь. Ох. Кто-то может выхватить после такой пачки. Так, ну, радует то, что я отстоял все-таки. Это, безусловно, плюс. Здесь двух повелителей и одного раба, пожалуйста. Так, здесь Ctrl 1. Мутация в стражей. Ну, не знаю, нужно оно, не нужно. В принципе, они и неплохи. Они там дают жару. Очень даже. Но они, блин, они такие медленные. Опа, опа, стоять, стоять, стоять. Раз, два. Команда молодости нашей, да? Сел. Хотя можно не садиться, наверное, я лучше укреплюсь где-то здесь. Или здесь. Наверное, вот так вот лучше. Так, два парня, один сюда, один туда. А, не-не-не. Или тут у меня идет. А, да, идет полным ходом, и это хорошо. Сколько? Трешечка. На! Заряд на победу, да? Такая заявка. И здесь троебан. Ха! Вообще огонь, друзья. Скоро полетим. Давать. Пилюлей. Так, этими только отлетим. Пускай на отхиле будут. Так, вот этим парнем тоже мы отлетим немножко. Их мы с собой брать не будем. Но возьму с радостью вот этот батальон. Так, отправляемся. А место встречи где-то там. Тем временем. Здесь. Трешечка. Здесь. Еще. Еще два. А, тут одного. Ё-моё, да как так-то? Ну, хорошо, нужны правители. Давай закажем двоих сразу. Кстати, не помешало бы просейвиться, а то мы уже давно этого не делали. Так, ну поехали. Поглядим, что нас здесь ждет-то. Подходи по одному, койоты. Первый пошел. Дальше в следующего все. Следующий.
Отлично, следующий. О, хорошо, когда оно так рикошетит. Всегда бы так. Давай сюда, 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 всех. Бьем, 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 бьем. Сюда. Отлично. А тут у них уже как раз и не остается энергии для защиты. Я в одного гуляю. Всех роняет. И это меня радует. Давай так, хлоп. Успех. Давай, троих. Ой, блин. Раз, два. Но. О! Где вы, где вы, где вы тут? Надо вот этого толстого снять. Потому что это мерзость редкостная. Куда? Я думал, уж сейчас за экран прям выйдет. О, еще один такой же. Замечательно, и ты получишь. О, вау-вау-вау, вот это нехорошо. Знаю я, откуда они все прибежали. Прибежали, да? Прибежали все они, чертяки, с главной базы. Валим в этого, потому что он уже самый покалеченный из всех. Теперь в этого толпой. Что, ну как? Ну должны же были убить уже. А, убили, красавца. О, замечательно. Еще партию мне будет ласка. Хлоп, заказ. Заказ пошел. О, давай, 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 ты подойди. Молодец, моя ж ты умничка, а. Специально, прям знают, куда надо подходить. Вот это молодцы, вот это артисты. Хорошо, валим дальше. Замечательно. Берем еще одного сразу. В связочку. Не-не-не, тут он еще. Ребята жаждут выхватить. Глянь, они там вообще кончаться сегодня будут. Сейчас закончится, никуда не денутся, закончится. Нехорошо, потеряли бойца, потеряли. Мне не нравится терять бойцов. Так, уходим. Уходим, уходим, уходим наверх. Стану здесь. Ты, паренек, улетай вообще отсюда. Пока жив, здоров. А, так они идут сюда все равно. Ну давай, будем биться, раз идете. Ой, братан, уходи. Может, уйдешь? Нет, не ушел, жаль. Что еще? Жесть, да они вообще закончатся. Уходи, если сможешь. Не смог, печаль. Так, ну вы летите, летите сюда, че встали-то? Жесть, как вас тут много-то, а? Так, срочно отсюда батальон небольшой. В этого все. Капец, глянь, они подходят и подходят. Не нравится мне такой расклад. Наконец-то.
завалил чертям их. Так, вот этот улетай. Минус. И беру этого. Твою дивизию. Опять лезут. А ну иди сюда. Сейчас выхватишь сразу. Следующий. Боже, какие протосы, а? Плотный ужас. Давай, начинаем, в общем, бить. Вот это мне нравится. Ой, нехорошо. Блин, исчерпан. Сюда. Тоже сюда. Давай, парни, на Весперн. Ты тоже на Весперн. И ты тоже. Давай сюда. Тоже на газ сядь. Здесь тоже на газ. Ты на газ. И ты на газ. А я тут пока похулиганю. А вы... Где нужен правитель какой-то? Давай в правителя грузимся. Всем отрядом. И эти тоже. Эти тоже в правителя. Ой, нехорошо. Подошла бабочка эта. Ночная. Так, вижу, газ пошел. Меня это радует. Начинаю третье финальное улучшение. Так, тем временем. Правитель с лепреконами здесь. Отправляйся сюда. И высадишь их где-то здесь. Ну что там? Наконец-то. Сейчас убиваю эту бабочку ночную. Сразу видно, что они стали немножечко быстрее падать. Так, этого увожу. Там, блин, два полуживых. О, а этот хороший. И этот тоже. Давайте сюда. Здесь забрать одного. Ну, а другие более-менее. Ой-ой-ой, нехорошо. Нехорошо сюда, 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 сюда. Кроме этого. Вот так вот. Летим, летим, летим сюда. Это понятно, куда, да, все это дело готовится. Ну, мы будем готовы. Это на меня все, оно ну, едет. Ну ничего. Не повезло вам, что я вас запалил. Давай, весь отряд кинулся. Все-таки сняли вышку, да, одну. Да. Ну а там кто-то будет бить? Ага. Ясно. Так, ты там. Здесь закажем сейчас пачку себе рабов, которые сейчас все это дело мне назад вернут. Скорей, скорей, скорей. Не успел, да? Тогда здесь. Опа, все, хорошо. Так, ну а мы полетим мстить за такое. За такое, да? Куда мы полетим? Не знаю, я думаю, прям тупо через центр карты. Может, мы сейчас найдем здесь какую-то очередную мини-базу протосов.
И протосы с ней попрощаются. Так, вот это вот тоже нехорошо. Опа, стоять. Что тут у нас? Паренек. Заскучал. Тем временем. Добыча. Улучшаю, да, подземной. Сейчас оно все это дело расползется. И будет хорошо. Будет очень хорошо. Единственный минус, что я вообще не знаю, да, где и как их бить. Опа. Ох, дорогой, иди сюда. За кораблем. Так. Быстро здесь. Раз. Здесь как можно быстрее. Два. Личинок. Отряд. Все. Уничтожили, что ли? Так, ничего там сейчас Опа, опа, что тут? Ха. Не понял, а ну иди сюда. Ты вышка. Гребаная. Батарея щитов. Все, больше нечего. Щиты там выстраивать какие-то. Отойдем на всякий случай. То есть предположение, что сейчас попрут жуки в огромных количествах. Так, я где-то. Ну, как я и говорил. А вот, собственно, и жуки. А ну, идите сюда, паскуда. Так, ты улетай. Тебя заменю. Не тем. Не, тоже не тем. Ctrl-1. Нет. Тоже нет. Уничтожь кристалл. Мне нужен... О! Вот. Ты засранец, а какой? Все, отсекай. Жучочек. Сейчас и ты солнце получишь. Давай, давай, давай. Хорошо. Там минус. Отлично. Плюс еще один живой. На плотного сядем. Куда он, засранец, сматывается? Давай здесь. Так. Пожалуйста. Хлоп. Паренек. На кристаллы. Второй паренек на газ. Не кажется ли, их тут очень много? Да, мне не кажется. Их действительно, они же сюда приехали. С моим повелителем. Так. Вы на газ. Ой, так, тех на газ я отправил. А эти сядут непосредственно на... Скажите, я скажу. Сядут на кристаллы. Так, итак, что нас здесь? Что нас здесь ждет? Куда нам лучше залететь? И откуда лучше начать уничтожение? Знаю, откуда лучше начать с вот этой пушки. Самый надежный вариант. Теперь спустимся немножечко вниз. Вот сюда. Уничтожим.
Замечательно. Теперь займемся уничтожением. О! Но это... Ты уже никуда не уйдешь, парень. Неужто уйдет? Ладно, хрен с ним. Уйдет, так уйдет. Так, а вот жучки, не-не-не. Жучочка мы сейчас подманим. Ползи, 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 родной. Давай, мы еще здесь, мы на твоей территории. Иди сюда. Так, этим. Хорошо. Делаю сразу заказ еще. Отряда ниндзя. Наверное, я их куда-то вот сюда поставлю. Здесь так. Замечательно. Продвигаемся. Я думаю, скоро влетим туда. Прям в гущу О! Очередная ночная бабочка вылезла. Иди сюда. Давай, давай, куда я еще здесь? Он засранец не хочет. Прячется возле пушки. Что ж, придется уничтожить пушку. Другого варианта нет. Уничтожить. Давай, давай, давай. Отлично. Ну и теперь этого чмореныша. Улетай. Здесь берем кого-то живого. Тоже улетай. Минус этот, плюс этот. Опа. Так. Надо бы аккуратненько тут все провернуть. Хотя, чё уж там. Будем бить сюда, и пускай рикошетит по трем зданиям. Что ты будешь делать? Не хочет по трем рикошетить. Ну ладно. О! Здравствуйте. Так, пошли отстрелы пушек. Это нехорошо. Будем уничтожать пушки. Ух ты, блин, а что такое пошло там? Мне аж показалось, такой робот какой-то пошагал. Блин, плохо сняли одного. Не, этого не буду брать. Другое дело. Хорошо. Следующая пушка. Ща поснимаю все эти пухи. Хорошо. Что еще? Ага, это просто корабли летают. Я ж подумал, робот какой-то ходит. Ох, как... Залп именно всыпал. Лежать. Самолет плотнее пушки. Хорошо, пушку тоже на фарш. Ну и соответственно... Драгуна туда же. Так, сюда, сюда, сюда. Хотя... Нет. Все, давай. Всех этих тоже подвожу сюда. Здесь сверху. У меня есть кто-то? Та... Еще как есть. Вас сюда вниз, товарищи. Ну и вас тоже вниз. Давай малышей, наверное, перекошу.
хватит уже. О, сейчас еще корабли получат. Давай, давай, давай. Ох, красота-то какая. Так, а вот... Блин. Уничтожить. Жука-навозника. Так, бьем. Здесь летит еще отряд. Отряд бросаем сюда. Этих сюда. Здесь закажем пак повелителей. Здесь пак муталисков. И здесь тоже можно пак муталисков. Будут правители, не волнуйтесь. Так, ну отстрел идет, это радует. Давайте так, вы будете Ctrl-1, бьетесь сюда, вы, и вы. Там есть еще кто-то сбоку? Да, есть. Вы будете Ctrl-2, так, Ctrl-1, сюда, двоечка, дорогая, сюда, единица, тоже сюда. Просто где-то. О, нехорошо. На, ну иди сюда. Двойка сюда. Бьем. Двоечка села сюда. Так, давайте, короче, все гвардии будем бить в одно, так будет, наверное, попроще. Что-что там? Нет энергии. Интересно. Так, паренек, залетай туда. Ты тоже сюда. Будет там разбираться по-своему. Ой, нехорошо, что там? Иди сюда. Давай, на пушке вообще сядет. Тоже на пушке. На эти. Давай, двоечка сняла. Молодец. Успех. Один сюда, два сюда. Здесь тем временем тоже идет. Такой небольшой отстрел. Кстати, в единичку можно добавить одного. Летите сюда. Займемся вот этим толстым зданием. Сколько у него? Ни хрена себе, 600 энергии и 600 еще хитпоинтов обычных. Это ж вообще жесть. Интересно, он случайно наверх туда не повез рабов для строительства? А то будет нехорошо. А давай мы, наверное, сюда полетим и разведаем. Да-то вот так вот сюда. На удивление, вроде пусто. Странно. Не-не-не, двоечка, давай сюда. А? Ребята сделали ведь. Опа! Кто это? Уничтожить. Он не должен остаться в живых.
А единичка сядет на кристалл. И успех. Неужто миссия пройдена? Да, но ресурсов тут хоть отбавляй. И пора уже победить. Где-то остались, значит, засранцы. Поищем. Может, здесь какая пушка где? Где-то там надо. И твои прислужники всегда воюют за тебя. Ха. Ух ты, а тут что у нас? Разгорится здесь битва, о королева. Встреться со мной здесь и будешь побеждена. И где же? Цель новой миссии. Доставьте Керриган для встречи с Тассадаром. Или с Тассадасом, да. Это он, что ли? Не, это просто паренек. Хорошо, доставим, не вопрос. Я сейчас еще сюда целую пачку притащу воинов своих. Где там Керри? Керри... Где ты? Вот ты. Давай. Грузись. Вылетаем. Тем временем можно просто покачать все подряд. Мы все равно максимального уже. Максимальной прокачки, скажем так. Так, а вот этого бандюгана надо уничтожить. Нечего ему здесь оставаться. Кстати, а может мы вот эту двоечку улучшим, а? А ну-ка. Хлоп. Ту-ту. Ох, минус куча ресурсов так сразу. Ну ничего. Зато будет сейчас толпа воинов. Тоже сюда все. Тем временем мы пошли ва-банк, улучшаем все подряд. Мутация. В кокон обвернулись такие забавные. Так, ну а здесь повелитель летит. Летит, летит, летит. И сразу высадишь Керри где-то здесь. Так, нехорошо. За мной. Ох ты, ё-моё. Это отряд, а? Мое почтение, а? Они говорят, капут. Такие, кого? Капут. Так. Посмотрим. О, что-то улучшилось. Где, где, что? Пальцем тыкнули быстро. Где-то. Давай это улучшим. Мне без разницы. Кстати, нельзя. Ну ничего, получаем просто главное здание. Один хрен, ждем. Давай добывай ту штукенцию. Опа. Еще что улучшилось? Атаки кого? А, понятно. Опа. Пошло улучшение. Тем временем летим, летим, летим.
и скоро прилетим. Да. Ну что тут у нас? Все ждут встречи с Тассадосом. Или Тассадом. Или Тассадаром. Так, ну давай, выгружай уже. Давай, где там Керри? Керри. Все, вали отсюда. Керри, погнали. Кто тут хочет с нами встретиться? И... Я разве не на месте? Что еще? Храбрый шаг. Что еще? Так, а ну их 10. А, одну? Я не увидел, малец, слово одну. О! Ну, что-то Тассадосу накрепили. И... Заблуждение. Ты боишься встретиться со мной, хранитель? Вот так, ты все такая же предсказуемая, о королева. Мне не нужно встречаться с тобой. Ты сама свой злейший враг. Но как? Так, ну что ж. Уж не верится. Победа, друзья. Мы преобладаем. Это радует практически в два раза. Ну что ж, а на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте обязательно поддержать видео лайком. Всем спасибо, друзья. Всем пока.